the good girls you take out for dinner. Чаплина. Еще будет одна атака. Вот Соколовой. А еще есть один вариант. Его некоторые тренеры в разных ситуациях касательно блокирующих иногда пробуют. Классная атака. Страховывается Наталья. Не стоит. Это подача, но мяч на нашей стороне. Блестящий вновь Любовь Соколова. И Бразилия не всегда это просто делает. Там разница во времени серьезная. Блестящая атака. Великолепно и демонстрирует она его временами. Но бывают моменты, когда надо ей отдохнуть. Действительно, помогать уже команде. Это не та ситуация, что была в предыдущем сете. Хороша атака. Будет развиваться, как оно идет. Ничего для этого не предпринимая дополнительно. Так и получилось. Да, на другом этапе. Ну, пока, в общем-то, ничего такого страшного не произошло, но какой-то мяч не приходился. Ситуация сейчас. Ну, надо попадать, надо перебивать хотя бы себе в такие моменты. И вновь мы видим, много приходится загружать Соколову, она молодцом. Фолсет. Подача посложнее хотелось, но здесь ладно на блоке. И вот тут не удалось на сетке какое-то преимущество все-таки получить. Тем не менее, такова сборная России. Соколова. Браво, браво. Здорово, пока в защите играю. Сейчас Малого появляется у нас в этих остановках, когда наша команда подает и когда. Молодцом, Соколова очень нужно. Та, которая, в общем-то, больше всего на подаче провела. Ну, тут как знать, может быть, понимая невысокую результативность. Соколова первый.